Также разработчики увеличили количество сборок. Это не может не радовать. В этом решении, как по мне, нет никаких минусов, так как это позволяет кастомизировать своих персонажей так, как вам нравится, и не ограничиваться 6 слотами для этого. Кстати, зацените прикол. На официальной трансляции Паладинса у одного из разработчиков дека называется автоим. Сразу видно мейнера Лиан и бывшей Касуми.